побыстрее. Чедрунский футбольный клуб «Саксон», выступающий в дивизии А чемпионата Молдовы по футболу, провел первую открытую тренировку на обновленном футбольном поле. Ранее администрация клуба была вынуждена арендовать столичные площадки для проведения сборов и тренировочных процессов. Местный стадион в его прежнем виде едва ли подходил для проведения матчей даже регионального уровня. Наставник команды Иван Бурдунюк с улыбкой вспоминает предыдущие условия и говорит, что не предполагал увидеть такие изменения. Ну, наверное, нет. Ну, видите, в жизни все бывает. Президент, энтузиаст, любитель футбола и слова на ветер не кидает. Вот. Я думаю, что будет легче, потому что, думаю, будет поддержка. Футбол в Чедрунге, я думаю, такого футбола не было. Капитан команды и другие опытные игроки основного состава, успевшие поиграть за различные клубы Молдовы на подготовленных аренах, знают из собственного опыта, как качество покрытия влияет на игру. Поэтому надеются порадовать местных болельщиков, которые при любой погоде приходили на стадион поддержать свою команду. Это на порядок выше. Конечно, соответственность, что с полем улучшится, надеюсь, что улучшится и качество футбола у нас в Чедрунге. Когда играешь дома, это ты дома, тем более в Чедрунге, любят футбол. Я думаю, если придут, я уверен, что придут, заполнится стадион, то будет праздник настоящий, и игра будет интересная. Был на сборах здесь, на этом поле, которое было до этого земляное. Скажем, не лучшего качества, да, всегда приятно играть на хорошем ровном поле. Я считаю, что это праздник для всех любителей футбола и для всех зрителей, то есть что здесь постелили такое поле. И приятно футболистам, когда они ломают ноги себе. Я думаю, что здесь мы будем показывать красивую игру, которая будет радовать всех зрителей. Сейчас на первом этапе были закончены работы для возможного проведения официальных встреч чемпионата. Помимо стандартного футбольного поля с искусственным травяным покрытием, здесь были возведены трибуны и установлены индивидуальные сидения для более 1500 болельщиков. Построено новое здание, рассчитанное для нужд команды, технического персонала и гостей. Заключительный этап строительства завершится весной. Дополнительно планируется оснастить стадион современным информационным табло и благоустроить прилегающую территорию. Все расходы по строительству взяла на себя администрация клуба. Напомним, футбольный клуб «Саксон» был образован в 2010 году Григорием Кадын и сразу завоевал титул чемпиона дивизии «Б» Южной зоны. Сейчас предлагаются все усилия как футболистов, так и администрации команды в борьбе за право участия в национальной дивизии.